В прошлом видео у меня пошел скринсейвер, поэтому у меня как бы... Ну, то есть я не видел ничего, хотя запись продолжалась. То есть если я... Ну, понимаете, да, если ничего не нажимать, я просто смотрел заставку, то начинается скринсейвер, вот. То есть я видел, скринсейвер пошел, из-за этого я игру не видел, но она продолжала записываться на Фрапс, вот, хотя я видел скринсейвер. Поэтому я остановил, короче, запись игры, вот, и другое видео включил. Вот они, друзья, выходят. Дружная компания. Какие-то... Так. Видите, точка показывает, куда надо идти. Это к боссу. Значит, прежде чем идти к боссу, нужно что сделать? Во-первых, ну, на легком уровне это не надо. На сложном уровне нужно запасаться аптечками и штуками, которые восстанавливают МП. Потому что сейчас МП жрать будут у нас. Просто будут жрать конкретно. А этот дробовик я убрал. Мне, в принципе, ничего не надо. Я же играю на легком уровне-то. Ну, то есть на стандартном. Обычный уровень в игре это и легкий. Вот. То есть, несмотря на то, что в большинстве игр обычный уровень сложный, то есть тут нормальный, то тут обычный уровень легкий. Вот. То есть, как бы на самом сложном режиме нужно запасаться аптечками и тем, что восстанавливает МП. Потому что сейчас у нас МП будет очень сильно уходить. И обязательно гранатомет. Гранатомет обязательно. И М950. М950 тоже. Вот эти штуки, они жрут МП. Так, но тут еще пушки есть тоже. Пушек очень много тут. Вот они. Они меня почему-то не видят. Я не могу объяснить, почему, но меня почему-то пушки... Я не знаю, у меня такого никогда не было, что пушки меня не видели. Это какой-то глюк явно. Ну что, это как-то очень странно. Хм. Действительно странно. А я понял, в чем прикол. Вот я дурак. Вот я дурак. Помните, я там камера была, я отключал security. Вот это и значит эти пушки. Блин, вот я идиот. Я... Представляете, я эту игру проходил более 40 раз. И только сейчас я понял. То есть я раньше как бы... Ну, может быть, раза 2-3... Эту штуку пробовал включать-выключать, но я разницы не замечал. Вот, поэтому я ее никогда не трогал. То есть, как бы я ее пару раз там включил-выключил. Вот, разницы не заметил. Или я просто забыл про это. Вот. Но так как я разницы никакой не заметил, то я ее и не трогал. А сейчас я, короче, ее выключил, а меня пушки не трогают. Я только сейчас понял. Ну. В общем, короче, сейчас нужно на лифте ехать. Представляете? Тут делать пока нечего, можно побегать. Фигней пострадать. Приехали. Не, ну это прикол, конечно, с пушками. Тут опять штуки, которые высасывают энергию. Лучше магнум возьму. И там третий еще. Жирный, съебись. Блин. А, все. Так. Вот это как раз нужно будет. МП буст, МП пополнить. Значит, вот сейчас босс. Значит, что мы делаем?
Сначала нужно энерговыстрел включать. И эти уби... Энерговыстрел тут обязательно нужен. Вот, но я на легком играю уровне, поэтому я энерговыстрел не использую. Эти гранатометом. Вот, и теперь что делаем, значит? Тут такая хитрость есть. Он накапливает эту штуку. Мы бежим сюда, и нам все его атаки пофигу. И нам все его атаки пофигу. На сложном уровне то же самое. Это, конечно, читерский способ проходить. Но я так всегда делаю. Мне пофигу. Ну, можно, конечно, тут побегать. Но это надо быть самоубийцей. От этой штуки я не знаю, как избавиться от нее. Сразу включу эту штуку. А, она мимо меня прошла. Тупо как-то. Тут, чтобы предотвратить эту атаку, нужно, короче, ему много повреждений нанести. Но проще сделать так, короче, и все. Вообще, чтобы любую атаку предотвратить, нужно много повреждений нанести ему. Ну, проще так. Опять можно сюда. Хорошо, я его из магнума. Почему она в него не хотела стрелять? Я же нажимал кнопку. Вот сейчас я точно нажимал. Я ничего не путал. Ну, давайте я. Магнума сколько? 169. Это, по-моему, до него не достанет. Потом попробуем. Так. Блин, я даже не могу прицелиться в него. Я нажимаю, чтоб... Нажимаю, чтоб вы... Ну, прицелиться, а он... Видите, не получается. А я сразу сказал, что на него это не подействует. Не работает. Я сразу же сказал. Так. Вот этот пистолетик тоже на него хорошо. И МП5. То есть... Как это называется? М950. Очень хорошо. Гидра, Спарта. Плюс энерговыстрел. Очень хорошо на него действует. Энерговыстрел, гидра и Спарта. Готов. Это был босс. Давайте я это поменяю. МП Буст 2 поменяем на вот эту фигню, потому что я ей пользоваться не собираюсь. Все, вот как раз их две выкинем. Так, оля-ля. Так, сейчас телефон будет звенеть, но прежде чем ответить на звонок, мы другое видео сделаем.